Всем привет, дорогие друзья, с вами Катя Дотопкин, и вместе с Кузакином у нас сегодня заезды на одну милю, а именно драгрейсинг в GTA 5. Всем здорово, друзья! Слушай, ребята, будем жечь резину и гоняться туда-обратно. У нас есть вот такая вот линия финиша и старта с двух сторон. Кто первый ее пересекает, получает балл в заезде. Все максимально просто. Сделаем где-то заездов, ну, может, 14-16. И по общему количеству баллов победителя, понятное дело, выберем. Поэтому давай сразу сходу начинать. Погнали, так. Погнали. Так, вот так вот. Ребят, смотрите, у нас есть мультиплееры, ух ты, вот это ведро, которые дают нам ускорение. Понятно. Мы их плюс-минус настроили так, чтобы машины ехали одинаково. Это нужно для того, чтобы прям самые медленные овощи хоть как-то соревновались, а не ползли просто по линии. Так, ну попробуем. Ага. На счет три начинаем. Раз, давай. Два, три. Поехали! Это как будто давай. Афро, которому прическу срезали. Я смогу тебя обогнать на этом ведре, это просто что за шайтан машина? Ну, у меня хороший, кстати, внедорожник. Ты реально улетаешь. Я вот 400 хороший. Взял на этом ведре, друзья. 630 на внедорожнике. То есть, как Юра и сказал, что у нас ускорение стоит, поэтому даже дебильные тачки едут хорошо. Да, да, именно так. Короче, продолжаем. Крупногабарит не берем. Берем только седаны, легковушки. Понятное дело, все, что может соревноваться в драге. Но у меня что-то подбор прям... Так, тихо. Фаунер, рандом. А какой трактор? Инкассатор. Да что ой-ой-ой, за подбор? Читах. Вот, наконец-то. Читах может быть хорошо. Так, лишнее большое, ребята, удаляю все сразу, чтобы не мешалось. 8, а у этой сколько? Так, бизон, 156. Ничего себе. Блин, промахнулся. Что-то у тебя скорость хорошая. 210 у меня. Я, наверное, на нем и поеду. На этом автомобиле. Так, а вот эта херовина, это вопрос. Это аддон или... Кто это? Это, наверное, аддон, ванилка, мне кажется. Очень знакомая машина. Может быть, если честно, давно не играл. Так, читах против седана, но седан, кстати, тоже заряженный. На счет три. Раз, два, три. Поехали! Одинаковый Люк, старт. Пока! Да, суперкар с места прям поехал. Ну, это прям славно, хорошо. Потому что у тебя 60 тысяч долларов стоит тачка, а у меня 600. В этом вся разница. Ну, небольшая разница, я бы сказал. Не так сильно я отстал. 650 у меня было на финише, а у тебя? 640. Просто у меня ускорение похоже. Понятно. Так, вот такого типа драговский прям закос. Так, маленький танчик считать уж не будем, ребята. Танчик этот, конечно, смешной. Ну, да, он прикольненький. Так, это что у нас? Мне. Это Блиста 160. И ты у нас BMW 159. Еще. Ну, BMW просто за внешний вид возьму, ребята, вот эту машину. 45 у BMW, нифига себе. Так, а что за ферыч? Стоямба. Алла Фербул. Не знаю, что такое. А, так, и какой-то К9. К9 это, наверное... Да, это, ребята, у я нас... Я попробую на i8. Интересно. У него большая самая скорость была. Ну да, да, есть такое. Так, ну у меня, блин, на дыбке стоят? Нет, не стоят. Ну, ладно, на счет 3 едем. Раз, два, три, поехали! Электрички, ребята, хороши тем, что они давай. На старте прям быстрые, конечно. Хорошо, но у них максималка да. Херня должна быть. Вот сейчас ты меня начнешь, наверное, обгонять скоро. Но у меня нет, у меня машина. А, у тебя не едет, да, она. 557. Да. 430. На самом деле 550 бы я даже на внедорожнике бы первым сделал. Как стоячего. Здесь, конечно, да. Не повезло. Да, не на чем хорошо. Было делать. Так, Тесла. И вторая Тесла, машина. Фигово. Боже, кстати, тот самый. О, да? Субарик, Субарик, друзья. Еще лимузин, но не та рубрика. За что? Почему мне одного лимузина не выпадает, когда надо? О, вот это неплохо. Это нам надо. Блин, у меня обе брать? Тачки, обе говно. Прям 180. Максимально такое плохое все. Это не газонокосилка, это тачка из аэропорта, но нет, наверное. Да господи вот мой, почему не та рубрика? Это считается? Это считается. Считается. Какого перепуга? Просто седан на больших колесах. Ну, на самом деле, у меня машина прям вообще лютое фуфло. Это, к сожалению, не тот Dodge Daytona. Угу. Но у тебя стандартные могут быть быстрее, вот что плохо. Так, там Subaru, ты говорил, у тебя машинка Subaru, первая. Subaru, да, но далее. Она, я посмотрел, не едет по сравнению с этой машинкой. Ну, у меня тоже прям отвратительно, прям максимально. Сколько? 160 с копейками всего лишь. У меня также вроде бы. Так, ну попробуем, ребята. Все может быть. Готов? Нет. Так, а что там? Готов. Вот так вот, теперь готов. А, ты ее прокачал? Ну, это читерство, потому что аддоны-то не качаются. Это не прокачал. Ну, окей, тогда не буду. Ну, я тоже прокачал. Раз, два, три, поехали!
Не, просто нет. Если в раунде качаешь, нужно качать, чтобы соперник качал, чтобы, ну, плюс-минус Юра! Давай, не надо, давай я тебя обгоню лучше, Юрочка. Не, я тебя слишком куда? Много отдал. Куда нафиг? Слушай, только под конец начал догонять. 598. А 500 всего лишь, не особо. Ой, а я в той стороне остался, улетел. Хотел удалить тачки, а забыл, что в полицейские тачки прыгать нельзя. Так, ладно, давай, три машины у меня. Бал я забрал. Ой-ой-ой, это тот самый? Тот если самый? Да, то это пушка. Что это такое? Бляха-муха, да что ж у тебя те же самые машины, а скорость у них такие говёны. Ой-ой-ой. Ну, это чё? Как это так? Титаник? Это называется, да. А чё это? Это подводная лодка. Эвакуатор Ёпа считается? Мать. А зачем она тебе нужна? Так. Так. Я очень где-то далеко. 209, а у этого, ну понятно, что там будет 80 где-то. Да. Так, у меня Бэха еще одна машина, это вот такая вот херовина. Бэха, кстати, М2 быстро, а это 191. Ну, выбор максимально очевидный. Бэха М2, ребята. У тебя? А, у меня 202. Я Бэха взял. У меня тоже 202, по-моему. А, так, а что это? Это у нас Эклипс. Сейчас даже посмотрю, ну, еще раз. Ну, давай. 209. Ну, неплохо. На счет 3. Раз, два, три. Поехали! Ну, М2 хорошая, полноприводная. Мне вопросы кажется, только мне по кажется... максималке. Ну, нет, что-то я ухожу. Что-то очень странное. Почему у меня 209, а у тебя 202, и ты меня обогнал? Полный привод, братан. 650. Ладно, ребята, продолжаем. Так, ведра. Ведра, хорошо. Ну, как, у тебя последнее ведро-то там что-то мощное, я вижу. Ну там близко, тут 200-400. А вот у меня реально ведра, блин, Юра! Вот это вот вообще имба белье. Возможно, кстати. Серьезно? Имба. У тебя что? 138 у первой тачки. 227 у этого ведра. Сколько? Ёпамой. Ну я уж надеюсь, отсутствие колеса тебе помешает все-таки. На счет три. Давай раз, проверим. Два, три. Поехали! Так раньше совпал. Капец. Близ-то не надо. Ты понял? Ты у меня впереди ехал корпуса на три и резко да, назад такой. Да, у меня то же самое. Это очень странные какие-то дьявольские 615. Штуки. Ну это рассинхрон визуальный, возможно, конечно, но так резко, короче. Да, это интересно. Ну, как я и говорил, отсутствие колеса все-таки зарешало свое дело. Ёпа-мать! Это вот быстро, это полноценно да? То, что нужно. Ой. Так, и вот так вот. О, Мазерати. Иди ко мне, мой хороший. Гольфкар. И ёпа-мать! Твинга. Твинга молодец, но тебе конец. А чего у меня так мало? Как ты на ней 1000 развел? А Твинга, она по накату едет хорошо. Она сама по себе такая. Но это все херня, это не важно вообще. Забудь. У меня настоящий драгстер. Мазерати? Да. Да, Мазерати, смотри-ка. А, что с пингом вообще жизнь? Ты меня видишь? Да. 350 лошадей. Раз, два, три. Поехали! Юра, это не законно. Я поехал, а ты на финише там это покури пока. У меня хоть быстрая машина. Но я ничего против тебя не могу. Ну хочешь прикол, у меня старте быстрая, а максималка 450 все. А, да, я видел, ты мне просто повезло, что я просто смылся на старте, а так ты бы мне сделал, наверное. Да, ты этот, спринтер. О. Ведро, это еще один. О. Байки, самосвалы, байк, хокочудрак. Так, а нет, все-таки фургончик тоже не считается. Так, а можно мне еще... Машинку мою заслуженную. Быстрая машина. Так, давай-ка. Ниссанчик 370. Бу-б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 у. Бу-бу-бу. 168. 202. 275. У тебя? Да, ну... У меня тоже. Он, кстати, по накату хоть и 202, но ехал вроде медленно на спуске, как минимум. Поэтому это плохо. Раз, два, три. Поехали! Давай, хоть сейчас, Юрыча, мы должны сделать. Охереть, полноприводная. Вот это машина. Так, тихо, 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 ты да опять куда? Прыгаешь. Да куда? А как у меня лаги такие жесткие да, начинаются. Да, а как это? Может быть, через сервер? Не думаю, что это связано с серваком. Просто вообще, когда даже сервак был на хосте,
получается, на скоростях за 1000, то есть мы прям прыгать начинали, понял? Прям параллельно друг другу. Ну да, а, да. А тут как-то, тут странно, ты вроде впереди, и херак, я тебя обгоняю так пару шагов. Да, как-то. Мне это вообще не нравится. А, ну, я так понимаю, скорости-то все равно не врут, но визуально это смотрится, ну, да, прям, конечно, интересно. Но это прикольно смотрится, как минимум, как я тебя догоняю. Так, трехколеска полицейская, ну, наверное, считать не будем. Тот же вот, самый велосипед. Ставьте на ней, пожалуйста. Я вообще в тильте, у меня, по-моему, там 0 баллов, я ни разу не выиграл сегодня. 151. Ну, пару раз было. 44. Применяешься, я понял. 169. 72. А, я поеду вот на такой тачке. Это ты что, спорт просто. Спорт эдишн. Ты посмотри, какая тачка. О, картонная. Ничего себе. Что нарисовано? Сколько у тебя там под капотом? Мало, к сожалению. А что? Юди Роб Мотоспорт. Раз, два, три. Поехали! А не тушитель, главное, есть. Вот, 226 мои делают дела. Но у меня мало. Давай вот сейчас, пожалуйста, не прыгаем. Пожалуйста, Кузака берет победу и все. Спасибо. Но у меня скорость маленькая. 590, а у тебя 437. Там... Ну, ну да, да, это вообще ни о чем. Но машина мне сейчас смотрелась неплохо, и это ускоряшечка. Это хорошо. Ну, так и сама по себе она быстро, по-моему. Ускоряшка, главное, на старте мне поможет, а там уже все зависит от максималки. И я рекомендую машину тебе прокачать, потому что я так и сделаю. Окей. 141. А еще я тебе ракету могу подарить. Не надо. Вот это вот я из подарка лучше останусь. Как это? Ну, люди могут не принять подарок. Наоборот, надо ловить. Пока дают. Так, ну, вот ракета на капоте, прыгает. Ракета сама по себе. Посмотрим, что из этого Ауди получится. Ауди против ускоряшки. Раз, давай. Два, три, поехали. Офигеть, старт. Давай, давай, проблема не в этом. Тяни. Проблема в том, что ускоряшку я больше не нажму, потому что если я нажму, у меня скорость упадет, а у меня скорость и так не набирается. А, ура. А, ракета даже не догоняет меня. Капец, я разогнался, 639. Она только сейчас догнала, офигеть, она быстрая. На самом деле, я так и думал, что так будет, но скоряшка, ребята, не помогла бы, она еще больше бы скорость скинула. Так, ладно. Твинго снова, какого фига? О, это то, о чем я думаю? Ой-ой-ой-ой. А, у меня 4 тачки, точнее 3. Ремус. Ремус не то. Ну что, за Хасани, пацаны? У меня тоже хасанская тачка какая-то, бэха. 161. Я круче. 168 и твинга, понятно, 130. 130? Да. Твинга так мало. Да, или два твинга просто. Так, слушай, я, наверное, чуть-чуть счерю, можно? Прокачать хочешь? Ну, я тоже прокачаю тогда. Ой, колеса какие ужасные стали. Да, колесики маленькие. Ну, у меня под капотом хорошо, поэтому попробуем. Мы с тобой вообще пацаны. Раз, пацаны два, своё. Три, поехали! Из-под себя прям рвёт. Это сильное, да. У него управляемости, правда, никакой у тебя нету. Ну, у него 243 лошади. Сколько я мчишь? По себе до хера. Максималка так себе, на самом деле, 470. 408, мне еще. Ну, как, прикинь, в реале на Жиге 470 лететь. Так себе. Там отвалятся колеса, просто открутятся. Ну, там не только колеса отвалятся, там еще и голову потерять можно, я думаю. Так, ладно, давай еще раунд. Бэтмобиль или еще одна ускоряшка? Ну, Маздочка, давай, покажи. Еще так, такая, у меня добавить. Два кабриолета, прям вообще то, что надо. Мазду не удаляю пока. Так, третья тачка полицмен. Полицмен. 187. Какая Мазда плохая, ужас просто. Так, ребята, я вернулся, испытаю удачу опять-таки в этой же самой машине. Коп, не знаю. Сегодня у нас. Что с ней было? Я, кстати, прокачался, так что вот можешь тоже сделать себе. Это... Донушка. Она просто ниже стала. Раз, два, три. Поехали! Вообще полицейские тачки должны быть быстрые. Это же полицейская. Да, да. Сейчас опять пролагаешь, и как улетишь, блин, да, я уже к этому привык. Да. Куда? Зачем? Ну, это, кстати, стандартная тачка вроде. А, ну, 620 как бы. 530. Понимаю. Ну, и предлагаю сделать последний чисто символический заезд. Я так понимаю, он, в принципе, ничего не решает. Ой, супра упала. А если мы мультики поставим одинаковыми, не будет лагов? Будет жестко просто. Ты меня лагать? Сделаешь как стоячего. Думаешь? У нас разница будет в разгоне, да. Прям люто.
Это проверено уже 100-500 миллиардов лет назад. Так, Супру я беру. У тебя вроде как... У меня быстрая машина. Что-то приехал? Мне очень быстро, так, да. Супру добавить там. Так, я бы взял, наверное, зимнюю херовину. Она вроде неплохо по накату ехала. Может быть, и по скорости. Абсолютно верно говоришь. Она 201 у нее. А тебя? У меня Супра не такая быстрая. Раз, посмотрим. Два, три. Поехали! У меня такой... Давай, зимняя тачка. Царапина такая на Супре, как будто Росомаха там ее чеканула. Ну, Супра вообще фуфло. Да. У меня 600 уже. 650 на финише. Эта тачка как футбольный мячик. И ты едешь еще? Я упал немножко. Зажал левую клавишу и улетел. Слушай, ребята, вот такой вот Drag Racing. Лайк, комментарий, подписочку оформляем. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока. Всем пока!